Всем здравствуйте! Вас приветствует Маруся на своем канале. В очередном видео хочу вам рассказать о таких хороших вещах, которые существуют у нас в продаже для лечения всевозможных заболеваний. И немножко о них расскажу. Это такой мой маленький совет приобрести многим, кто часто болеет, особенно суставы буково болят, да и вообще лучше дома иметь такую вещь, как профилактическая от многих болезней. Это вот такой вот игольчик. Он называется игольчик-аппликатор ляпка. Мы его дома называем игольчик, но он называется, по идее, аппликатор ляпка, игольчатый. Разных модификаций он, кстати, есть. Советую все-таки выбрать по себе, потому что они с разными размерами игл. Иглы у них специальные, имеют наконечники в себе серебро. Тут они собраны из определенных металлов. Тут она разные иголочки есть. Медные иголочки есть, иголочки серебряные. Они, ну, собираются, они разные модификации. Вы зайдите, лучше зайти на сайт ляпка.ком. У них выбрать для себя подходящий для вас гаджет, вот этот вот, так называемый. И, соответственно, купить. Честно вам скажу, купить проще в аптеке, потому что в аптеке цены более-менее демократичные. В аптеке и выбор есть хороший. Я выбираю вот этот размер. Он мне более всех нравится. Это, значит, называется спутник плюс 4,9. Он так вот модифицируется. Спутник плюс 4,9. Travel Mate плюс 4,9. Вот у него такая модификация. Он мне нравится. Почему? Потому что, во-первых, он по цене недорогой. Во-вторых, его вполне хватает для того, чтобы снять определенную боль. Как он работает? Сейчас объясню. Дело в том, что у него расположение игл находится в таком положении, когда при нажатии на определенные точки тела нашего начинаются так называемые идти импульсы тока. Образуется такой под иголочкой и кожей, между иголочкой и кожей, как бы небольшой ток, который вызывает приток крови. То есть, если человек использовать будет такую вещь для того, чтобы улучшить состояние при болях в спине, вот болит поясница, положите на спину, лягте на него, прям лечь нужно. Нужно лечь так, чтобы было вам комфортно. И нужно почувствовать такое, знаете, как будто что-то немножко поигрывает, такое, как подергивает током. Вот это правильно. Это идет вот как раз правильное соотношение иголочки с телом. И создается такой импульс тока. И притягивается кровь. И у человека снимается боль, снимается воспаление, облегчение идет. Кстати, он очень от многих болезней рекомендуется, потому что само по себе это как иглоукалывание, благодаря чему оно хорошо помогает, тому, что оно притягивает кровь к больному месту и улучшает там кровообращение, снимает воспаление, снимает вот эти вот боли. Это суставы. Те же самые болят у вас, приложили к суставам и держим. Можно даже чем-нибудь привязать. Я вот иногда, когда у меня что-нибудь заболит, типа спины нагрузишь, я прикладываю, одеваю сверху пояс и прям с ним хожу. Да, сначала вроде как-то неприятно, что оно покалывает, а потом привыкаешь. А потом, знаете, как хорошо становится? Вы снимаете этот пояс, и вам прям облегчение. Потому что, ну, там действительно все успокаивается, вот эта боль, снимается воспаление. На нем очень хорошо делать массаж ступней. Очень полезно, кстати, и хорошо помогает. Его можно использовать во многих случаях. Головная боль. На шею прикладываем. Когда головная боль у нас идет, надо обязательно вот здесь вот на шею прикладывать. Идет хорошее кровообращение. Можно к вискам прикладывать в голове. Можно прикладывать также при различные боли, допустим, боль гинекологическая у женщин бывает. Можно на низ живота приложить, прям полежать. Тоже хорошо снимает вот эти болезненные ощущения. Ну, вообще, лучше приобрести и почитать. Там во всех формах кладется специальная инструкция, как использовать, при каких заболеваниях.
и, соответственно, подобрать уже по себе. Я вот беру вот этот размер, он мне самый подходящий. Есть, конечно, там и большие размеры, знаете, прям, ну, я считаю, ну, это уж слишком большие размеры. Это уж если человеку там сильно есть вот лежачие люди, у кого там пролежни и так далее, им, может быть, они и подойдут. А для вот такого домашнего лечения, я думаю, небольшой размер вполне. Вот такой вот стоит 500 рублей в аптеке. Он очень качественный. Берите только, смотрите обязательно, чтобы это был производитель Ляпка. Не какие-нибудь Китай, там еще что-то. Берите Ляпка. Производитель Украина, они прекрасные по качеству, они действительно, ну, нормальные, и пользоваться ими несколько лет можно. Советую, приобретайте. Вещь очень важная и нужная в доме, потому что это все-таки помощь при определенных заболеваниях, облегчение состояния. Почитайте про него в интернете, очень хорошие вещи. Советую приобрести для домашней аптечки. По сравнению, вот всем известный аппликатор Кузнецова. Всем известный, так называемый аппликатор Кузнецова, тоже с иглами. Вот он у нас как-то в доме не прижился. Да, он тоже очень хорошо реагирует на как массаж. Очень хорошо его использовать как массажное средство. Но вот как-то он у нас не прижился. Не знаю почему. Все-таки аппликатор Ляпка нам более нравится. Хотя аппликатор Кузнецова также прекрасно снимает и спинную боль. Я вот иногда ступни на него ложу, и очень хорошо как бы ставишь ножки и держишь. И как-то вот немножко, конечно, помогает. Но все-таки вот даже чувствуется, если вот здесь подержать руку и здесь, другое совершенно ощущение. Поэтому, ну, тоже неплохая вещь. Ну, у многих она есть, кстати, еще с советских времен. Раньше ими и пользовались очень часто. Но вот все-таки Ляпка мне больше нравится. Поэтому советую, приобретайте. Почитайте, очень хорошая вещь. Ну, а всем, кому наша рекомендация понравилась, поставьте нам пальчик вверх, будем благодарны. Всем до новых встреч, пока!